Кока-кола. Разберем несколько утверждений. Кока-кола содержит очень много сахара, поэтому одна вреда. На 100 грамм кока-колы, на 100 грамм данного продукта и на 100 грамм данного продукта одинаковое содержание сахара. Причем в данном продукте содержание килокалорий в два раза выше, чем в кока-коле. Если хотите меньше сахара, вы можете взять кока-кола Zero. 0 килокалорий, содержит заменитель сахара, безвредный для нашего организма. Кока-кола разъедает ржавчину, значит, разъедает наш желудок. pH желудочного сока гораздо выше кислотности pH данного продукта. Лимонный сок, кстати, тоже разъедает ржавчину. Кока-кола вызывает ожирение. Ожирение вызывает неправильный образ жизни и неправильное питание. Вы, конечно, можете заменить кока-кола обычную на кока-кола Zero. Но есть одно но. Что данная кока-кола вызывает аппетит, и с данным продуктом вы можете съесть гораздо больше, нежели без него. Но также аппетит вызывает любой кетчуп, майонез, либо любой другой консервированный продукт. Хотите похудеть? Пейте воду. Всем здоровья!